Давай, Богус, вставай, пора идти. Сэм, в чулане опять не работает свет. Сэм! О, как обычно. Дорогая, у меня все под контролем. Да, точно. Ты балда. Сэм, нам еще столько делать. Готово. Видишь, дорогая, у меня все под контролем. Сэм, ты все подготовил? Время идет. Я думал, мы собираемся отдыхать, а не переезжать. Я все слышала. Эй, кто мой любимый монстр? Ай, не чеши меня! Пап, твои волосы в хлопьях! О, это еще ничего. Ты еще душ не видела. Да, любите вы драму разыгрывать. Переносной телевизор взял? Ага. Спрей от комаров? Ага. Твой ошейник от блох? Да. Ингалятор Лотти? В моем рюкзаке. В рюкзаке. А машина? Готова. Дорогая, у меня все под контролем. Сэм, даже не смей это говорить. Я в курсе, что далеко не все под... Что? Я голоден. Ага, мы готовы зажечь. А? Эй, что еще за малевка? Думаю, это особенный друг Лотти. Мам! Особенный молодой человек, парень моей дочери. Богус, Сэм! Хороший мальчик. Папа, ты монстр! Что? Она еще маленькая, чтобы иметь парня. Да еще он со странностями. О, кто бы говорил. Ладно, хватит. Пристегните ремни, потому что мы отправляемся. Если весело живется, делай хлоп. Если весело живется, делай хлоп. Если весело... А? Не могу в это поверить. Все ведь уже под контролем. Нет, даже не начинай. Если весело живется, делай хлоп. Если весело живется, делай хлоп. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся.